тут не стоим. Именно церемония возложения к мемориальной доске защитникам Брестского военкомата начался День военных комиссариатов, ведущих свою историю с 8 апреля 1918 года, официальной даты создания. Построение военнослужащих и минута молчания в знак тех, кто до последнего боролся с захватчиками в первый день Великой Отечественной войны. Сегодня во всей Белоруссии отмечается 106-я годовщина со дня образования военных комиссариатов. Ну а если говорить о военных комиссариатах Брестской области, то они были созданы в 1940 году, непосредственно в преддверии Великой Отечественной войны. Ну и каждый, кто стоял у истоков формирования чего-либо, какой-либо организации, тот понимает, что такое создать целую систему военных комиссариатов. Это учет, огромный учет военнообязанных, огромный учет призывников. Ну и помимо учета, это, естественно, работа с ними. Постоянная работа. В современных условиях военный комиссариат Брестской области неразрывно связан с развитием вооруженных сил и укреплением обороноспособности Республики Беларусь. Его личный состав решает широкий спектр задач по обеспечению мобилизационной готовности и призыву граждан на военную службу, подготовке допризывной молодежи к службе в армии, пенсионному и социальному обслуживанию военнослужащих, уволенных с военной службы и многие другие. В определенное время решил связать свою дальнейшую служебную деятельность с военным комиссариатом города Бреста, Брестского района. Ну, нахожусь уже в должности, уже третий год. Работа интересная. Ну, конечно, касается это взаимодействия с местными исполнительными распределительными органами, работа с людьми разных категорий. Очень много посещают военный комиссариат города Бреста. Порядка 45 тысяч только за год посетителей приходят. Это связано с постановкой на воинский учет, работа с учетно-призывной, учетно-призывная работа по призыву граждан на срочную военную службу и службу в резерве. Занимаюсь я в основном сетями, серверами. Я и раньше этим занимался, мне это близко. Продолжаю развивать и модернизировать систему. У нас дружная команда, все люди общительны, помогают друг другу. Сплоченный коллектив. Здание по адресу Дзержинского, 7, построено после войны, однако именно на этом месте размещался военный комиссариат, полностью разрушенный фашистскими войсками. А сегодня о минувшем напоминает лишь мемориальная табличка, расположенная на жилом доме.